І супер Бас і супер Люсі. Сьогодні ми пойдем. Сейчас. Сьогодні ми пойдем. Правда, що це секрет. Ну, сейчас узнаєте. У нас лето, но у нас тут немножко снег випав вон там. І на столі вот тут. Берем снегушек. Снегушек. Вот он снегушек. И делаем так. Это коптильня. Мы там коптим щуку. Это был снег. Ады-ды. Там и щучка лежит. Вот она, щучка. Ее там не видно, может быть. Да, там не видно. Во! Блин, не попало. Бежит! Сегодня мы что-нибудь будем делать на улице. Ай-ди-ди. Очень прям про лето. Сейчас тихо все немного. О! О, тут немного водички. Так можно сделать. А вкусная вода. Вот так вот делаем капельку. Идем. Знаете, а капельки вкусные. Блин, все капельки уронил. Па! Фу, не смотри, как ест. Дайте нам, пожалуйста, челленджи под видео. Под видео. И ставьте пальцы вверх. И сюда. Пишите, пишите. Стараемся снять. Пишите челленджи снизу и ставьте лайк. У нас учеба. Ну не забыли подписываться на канал. Лайками. Будем больше выпускать видео. Стараемся. Мы каждыми днями стараемся больше выкладывать видео ради вас, чтобы вы нас смотрели. Знаете, вот все, наверное, все блогерши, блогеры, они вот деньги уже зарабатывают. Но мы только начали. И... Ди-ди, вон ди-ди. А если понюхать? Бе. Голова. Блин. Там лежит только голова, потому что вся часть у нас дома. Вот она щука сама. Видите, плавает. Да, пошути она. Ай-ди-ди. Блин, не тащу. Я тебя не тащу. Ты вообще где? Интересно, где же Дима? Ну, Барс. А, вон он. Бежим к нему. Ади-ди. Вон до забора. Давай вместе. Зачем время? Мы бежим отсюда вот, вон до того забора. Раз, а два. Вы тоже засекайте. Раз, два, три. Я, конечно же, проиграю. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Ладно, пошла. Так. Ребята, точно. Завтра же 9 мая. Завтра я буду снимать видосы по Майнкрафту. Простите нас, что мы давно, правда, не играем в Майнкрафт. Я буду снимать завтра, честно говоря.
Завтра той будет. Вот так вот у нас понемножку жизнь текет. Если бы не учеба. Ба-ба-бам! Если бы не учеба, мы бы каждый день укладывали. Ну, дай-ка, пожалуйста. Мишина. Ты сейчас уберешь. Ба-ба-бам! Надо вот так вот делать. Вот так вот. Ой. Вот так вот брать. Снежок. Ой. Так. Ложить ее. Точнее, разделять на кусочки и ложить ее в воду. А потом давить и вот так вот кидать. Ребята, вот что не надо. Вот что будет, если... Да больше не надо. Вот что будет, если на горячую, горячую штуку положить, налить, положить снег, будет шипение такое и дым. Был первый лайфхак. Понял, что если вот где-то, тут будет вырастать очень много растений. У нас на глазах выросло. Лайфхак сделан. Нифига, куда это все дошло? Мама, да. Давайте. Пойдем. Шли ты по улице. Шли по улице. Прогуляемся, покажем город. Ну, не тот, который на площадке. Одно видео, которое мы выложили. Супер Люси. Супер Люси и Супер Ба на площадке. О, снег. О, снег. Снег. На тебе снег. Вообще, блин, нормально, у меня все сапоги мокрые. Мам! Мам, я по улице. Вот, смотрите, сколько снега. Я просто по улицам пошел. Что надо? Ну, просто похожу по улице. Иди оденься. Да я оденусь. Я оденусь. Я только по нашей улице. Ну, тоже. Я хочу взять только снег. Давайте будем делать так. Не надо, Карина. Кто в лёд этот? Снег Люси. Правда. Всё, у меня закончилось. У меня только 8 минут идёт. У меня все руки красные. Болячка, мы вчера упали. О, большой. Ладно, ребята, на улице холодно. Очень большой. А! О! Если что, если хочется, звоните мне. 2 9 5 1 1. Нет! Давай, как там? 2 9 5 3 1 1 5. Это его домашний. А я ее скажу. 2 9 5 3 3 7 4. Запоминайте. Если что, записывайте. Можете просто видео перемотать. Можете позвонить нам и все. Конечно, только на домашнем. Ну, например, скажете. Пошлите. Давай-ка мы набухаем. А, не фугаси. Да, не фугаси. Вот эта лужа, она просто огроменная. Смотрите, вот она, вот она. Смотрите. О, смотрите, как ее много. Идем дальше. Видите, ее много, много, много. Много. Вот я по воде иду. Много-много. Ой, много-много. Много-много. Все, мы дошли. А вы еще не видите эту лужу. Смотрите.
чтобы его увидели. Бам-бам-бам. Ну да, немного, только сейчас ничего не видно. А я просто. А там же у него папа. Да, то сейчас у него папа там не закрывает. Так, тихонечко заходим. Все. Димка! Димка! Блин, наверное, не знаю, что мы тут. Закрой дверь! Так, вот так вот. Вот так мы хитро относимся к ним. Если что, я повторяю. Ну, я повторяю. Мой, мой домашний номер. Мой домашний номер 295-3374. А Барсин номер 295-3115. 9 марта, ой, да, с 9 марта вас. Ай, дети, ай, да, бам-брам-бам. Ай, дети, ай, да, бам-брам-бам. Ай, дети, ай, да. Пух. Блин. Холодно на улице, просто ужас. Меня видно? Меня видно? Да стой, стой. Иди, вот ты. А меня видно-то? Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мы просто ждем ваших лайков, поддерживайте нас своими лайками, пишите челленджи внизу, ну и не забывайте, нету, ну короче, всем пока, всем до новых встреч, пока-пока. Блин.